Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Джо Даффи. Сегодня мы продолжаем записывать игру GTA Vice City. Это у нас будет часть 13. Ну, короче, будем работать за ментов. А то нам не хватает немножко процентов для статистики, чтобы открылись последние уровни. Ладно, берем машину. И поедем. Короче, надо пройти 12 уровней ментов, чтобы у меня было 150% брони, точнее, да, не 100, а 150. Поедем в полицейский участок. Пойду за десяточкой за своей схожу. А, моя десятка. Пошел вон, и еще будет мне что-то тут указывать стоять. Вот сами встали, я как должен проехать по вашему? Спасибо. Так, ну чё? Погнали! Полицейский уровень номер один. О, навстречу идет. А, отлично. О, мент. Бежим. Блин. Перезапишу. Так, ладно. Ладно. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Джо Даффи. Сегодня мы продолжаем играть в GTA Vice City. Это у нас часть 13, и мы будем проходить за ментов, потому что нам не хватает процентов для статистики, чтобы открылись последние уровни. В прошлый раз, конечно, это не попало в запись и не попадет, было обидно, то что я, грубо говоря, почти прошел, у меня был 12 уровень от ментов. У меня машина загорела, взорвалась, и я поехал за другой машиной. И не успел просто, буквально, уже все, я в нее садился. Мне секунды просто не хватило. Куда прешь, скотина, а? Закрой рот, я тут еду. Блин. Ну чё, погнали? Мысли. Ха, сейчас заперто. О, вот это нет. Я не полицейский, я только им притворяюсь. Он уже понял, что это я. Останови сфорч!
Я его сейчас прижму, тварь. Дубль 2. Когда было тяжеловато, о! Да ёб твою дивизию, а! От того, что мне 30 секунд доехать до мусорской машины. И минута на задание. О, да уже он рядом. Мне чертовски везет пока. Еще один сразу в эту же секунду. Я не могу на одной прямой. Пошел тоже вон отсюда. Ты понимаешь, что я уровень прохожу, дебил? О. Сначала пойдемте, короче, возьмем одежку. А то я что-то совсем себя бессмертным почувствовал. Thank you.
за одежка пошли. Ой-ой-ой-ой-я, come on everybody, ей-я-ей-я, ей-я-ей-я. По пути надо взять броню, по-любому. Времени все равно до хрена. Че переживать? А, нет, меня никуда не денутся, они тут по городу катаются, как кретины. Я хоть жив. А остальное ерунда. Я сейчас опять сумничу. О, быстрее, быстрее, никак вас не тут есть по пути. Пошел вон. Иди ты нахуй, блядь, аж обидно, блядь. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Джо Даффи. И мы продолжаем записывать игру GTA Vice City, часть 13. Будем проходить за ментов. Потому что нам надо пройти проценты, а то нам не хватает. Пошел вон. Так, пойдем за баблом сходим. Погнали! Ой. Сразу нормально даже времени дали. Сразу мент! Отлично! Еще на грузовике едет, да? Прикол.
Отлично. Ма! Еще один грузовик. Да ты прикалываешься. Ну как еще в поворот-то въехал после этого? Пошел вон еще, в машину долазит, козел. Здорово. Lower, harder, lower. Там рядом переодевалка. Оп. Отлично, друган. Уже шестой уровень.
I killed worse than you. Твою мать! Вовремя хоть одну дудочку беру. Оп, тихо. Вовремя про меня вспомнил. Вовремя. Ну чё, сволочь? Осталось три задания! Пошёл вон! Уже нет, спасибо. Съездим к себе домой.
Машинку сразу поставлю в гараж, по-любому, потому что она у меня так дохлая. Ага, хер вам всем. Отлично. Сейчас будет ни хрена не переполнен. Поехали. И никакого читерства. Три уровня еще ментов пройти. Асик Вайн, нечем Вайн есть. Эти лицоу. У меня есть идея перехватить их вот тут. Даже по не в эту сторону поехали. О, отлично. Блин. Один хер. Фу, ну хоть так. Пошел вон. Два уровня осталось. Два. Нет. Хоть бы не сюда поехали. Одну звезду возьмем.
мне главное выстоять последний этот уровень. Последняя машина осталась. А, я ему даже колесо подбил. Есть! Я прошел. Никакого читерства, вы сами видели. Кстати, да, я пойду в тот город, куплю дом за 14 тысяч. Давайте по пути я пройду сразу одно буйство. Misery and suffering, it's everywhere, man. Пойдем сейчас зданию. Был бы прикол, если бы меня еще мент поймал. Покупаем Хайман Кондо за 14 тысяч долларов. Пройдем буйство так, по тихой грусти. И съездим еще одно здание купим. Даже два. Вас пять членов банды за 2 минуты. Пошел вон, мен. Одного еще. Достали упы... Ой-ой! Я мента сутен убил! Я
Да заткните пасть, я прям специально в мента целился, ага. Stop right now. Да заткни рот. Yeah, come on. They see that low rider go by, they like, oh my. You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why. I dip through in that six tray, like sick and tray. I'm a niche that they can't scratch, they sick of me. But hey, what else can I say? I love LA, cause over and above all, it's just another day. And this one begins where the last one ends. Pick up where we left off and get smashed again. I'll be damned, just fuck around and crash my Benz. Drive it round with a smash front end. Let's cash that one in. Grab another one from out the stable. The Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado. The hell of a rock, do I will ever see the final. Decisions, decisions. We'll ride with like precision collision. Or Mako, beats quake like Waco. Just keep the bass low. Speakers away from your face though. Subtract. Покупаем фабрику мороженое за 20 тысяч. Съездим еще одно здание. А там я не проеду, ладно. Автосалон. До 50 тысяч. BJ Smith. And you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. Смотри статистику. Ладно, спасибо за внимание, кто смотрел. С вами был Джо Даффи. Ждем финальных уровней от мистера Версетти. Всем пока. Ждем 14-ю.